Дарите женщинам цветы на юбилей и годовщину, и даже просто без причины дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, когда они о чем-то плачут. Вам не утешить их иначе. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, когда они несправедливы, вам непокорны и строптивы. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, хоть вы виновны без сомнения, есть лучший метод извинения. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы при расставаниях и при встречах. Вы вместо вашей важной речи дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы на свадьбу и на день рождения. Когда в семье вновь пополнение, дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы при покаянии и крещении. Когда вы просите прощения, дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, когда подарок не купили или купить его забыли. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, редкие, дорогие, хоть даже самые простые. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, сказав любви признание фразу, и даже после их отказа, дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы за их молитвы и участие, за то, что в этом ваше счастье. Дарите женщинам цветы.